далеко так объезжал, пристраивался к той стартовой линии. Марат у нас там уже вспотел совершенно. Ну, Марат, держитесь, крепитесь, могу воды подогреть, если хотите. Катну вам бутылку. Пусть проедет полный круг по трассе, остудит машину. Машину все равно дадим остудить. Просто проедет по этому, по большому кругу, не по змейке, а по большому. После заезда. Так. Тишина, но она понятна, поскольку здесь баталия разворачивается за первое-второе место в классе монопривод. Чуть сложнее будет ехать Валерий Бородину на синем Subaru BRZ. Все потому, что автоматическая коробка не меняется, но вы все прекрасно понимаете, что она чуть сложнее. Да, набирает скорость, но ах-ха-ха! И вот Валера перекрутил. А я же его не хвалил. Как только похвалишь, так у Валера сразу приключается какие штуки. Ладно, все-таки битва за первое и второе место, поэтому два заезда до двух побед. Пока Дмитрий Шерстнев на своем S2000 выруливает свое первое очко. Буквально вот здесь берет самое главное не забить никакой фишки. Так, Сурой, Субару, по-моему, лихо держит трассу, очень хорошо, резина, то есть почему хорошая. Ну а Дима вот уже подъезжает к финишу. Подъезжает к финишу и готов замернуть. А вот этот парковочный, в эти парковочные ворочки. Вот он замеривает и финиш. Пока первая победа за Дмитрием Шерстневым. Honda S2000.